31 июля в 12:40 на улице Король Липника города Верхняя Салда напротив дома 92 водитель автомашины Лада Веста при выезде с Проулка на проезжую часть, не предоставив преимущества движения водителю мопеда, движущегося в прямом направлении по главной дороге. В результате происшествия водитель мопеда погиб на месте происшествия. Вы ехали откуда? Ехали от Левши, остановились на перекрестке, посмотрел, машины все проехали. Включил поворотник налево, начал поворачивать, смотрю, он едет. Уже когда передние двери поравнялись, я дальше прямо уже поехал. Все, не успел, он ехал, нет, дверь, да. Он в шлеме был? А? В шлеме был? Не понял. В мотошлеме, говорю, был? Ой, честно, как-то сейчас даже, вроде как в мотошлеме был. Врать не буду, не знаю, я точно не запомнил. А это как-то подходить?